Добрый день, уважаемые друзья-майнеры! От лица компании BeMiner поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Год обещает быть богатым на события. Как вы все уже знаете, биткоин подготовился к походу to the moon. Ну а наша компания BeMiner встречает 2021 год новой линейкой установок иммерсионного охлаждения, заточенных под карты ГПУ. Как вы все знаете, на рынке определилось два лидера. На пятки биткоина наступает эфир. И еще неизвестно, какая лошадка в этом забеге придет первой. Поэтому мы представляем вам новый бюджетный майнер под карты ГПУ. Значит, он будет выпускаться в трех вариантах. Вот отрезанные вот так, это 24 карты. Вот в том виде, в котором вы его сейчас видите, это 48 карт. И будет еще вариант более удлиненный на 72 карты. То есть в каждом отделении 3 сборочки, в каждой сборочке 8 карт. Итак, в одном отделении 24, плюс 24 – 48, и плюс 24 – 72 карты. Как вы знаете, мы уже выпускали установочку под карты. Тогда мы полагали, что будут востребованы на рынке карты FPGA. Это майнер рассчитан на 24 карточки. И под FPGA, и под GPU он подходит. В угоду, так сказать, вот стилю он получился немножко дороже других установок. Поэтому мы вернулись к нашему вот форм-фактору. Более бюджетный вариант, более востребован. В данный момент мы просто не успеваем производить. То есть единственная установочка, на которую у нас существует 1-2 недели очередь, это вот карты ГПУ. Здесь у нас представлена практически полностью новая линейка 30-й серии NVIDIA, за исключением 3090, но она и не очень подходит для майнинга. Можно было купить чуть больше карточек, но тут неожиданно расщедрился Дед Мороз, подарил жене новую шубу. В общем, бюджет пришлось порезать. А в следующем отделении у нас планируется поставить карточки Radon. Но с ними пока тоже засада на рынке, их практически не достать. Так что чуть позже мы обязательно их поставим и запилим какой-нибудь ролик. Итак, карточки 3060, 3070 и 3080. Температуры в иммерсионке очень низкие, поэтому нет смысла гнаться за более дорогими картами с продвинутым воздушным охлаждением. Вы можете приобрести более бюджетные карты. Ваша экономия примерно будет равна стоимости установки. Даже карты Gigabyte мы разгоняем в иммерсионке без тротлинга, что на воздухе недостижимо. Подводя итог, могу сказать, что все карты в иммерсионке чувствуют себя хорошо. Ну а перефразируя Оуэрла, помните, у него на скотном дворе было написано: «Все животные равны, но некоторые равнее». Все-таки, вот карточки все чувствуют себя хорошо, но некоторые карты чувствуют себя лучше. Это зависит от разных факторов. Направление ламелей, продольные, поперечные, расстояние между ламелями, толщина радиатора, ну и другие факторы. Если эта тема вас заинтересует, пожалуйста, обращайтесь, звоните, мы вас проконсультируем. Также хочется сказать, что при майнинге на картах ГПУ у вас немножко другая экономика. Основные затраты вы несете, покупая карты. Карты дорогие. А вот электроэнергии они тратят значительно меньше. Поэтому это подойдет для тех, у кого дорогое электричество, либо есть ограничения по мощности электрической. Меньше тратим электричество, соответственно, меньше тратим воды.
соответственно, упрощается вся инсталляция, то есть вот вся инженерия более простая. И, что немаловажно, у карт есть вторичный рынок. После майнинга вы можете отмыть в спирте карты. Мы специально подобрали такой теплоноситель, который полностью растворяется в спирте. То есть вы промыли карточки в спирте, поставили обратно снятые до этого кулеры, и у вас карта имеет первозданный вид. Еще раз обращаю внимание, что если вы используете синтетические, либо минеральные масла, вообще все, что подпадает под разряд моторных масел, такого эффекта вы не достигнете. Это важно. Те из вас, кто помнит наше самое первое видео от сентября 2017 года, там я демонстрировал самую первую установочку, она стояла вот как раз на этом месте. Выложили очередное видео. Сегодня шквал звонков, пишут отовсюду. Вот, например, домохозяйка из Чебаркуля пишет. У нас с мужем 4 фермы, задолбались. Спим на балконе, в квартире шумно, пыльно и жарко. Как раз для вас у нас есть установка на 4 фермочки. Встает в хрущевской кухне, как раз между мойкой и газовой плитой. Ни шума, ни пыли. Сейчас мы ее уже сдали в трейд-ин и купили вот эту. Там стояли карточки 1070. Так вот, эти карточки, они до сих пор работают, правда, теперь уже в установочке FPGA. Ну а для майнинга биткоина в уходящем году мы начали выпускать новую линейку установочек. Значит, они заточены под ASIC S19, выпускаются в вариантах на 2 ASIC, на 3, 9, 12, 18 и 24. Ну, почему S19? Bitmain остается лидером рынка. Сегодняшняя буквально новость. Компания Marathon купила 70 тысяч ASIC S19. Вот. Ну и что еще очень важно, по форм-фактору это самый крупный ASIC, поэтому вот эта установочка позволяет опустить в нее все, что угодно. То есть ватсмайнеры, пожалуйста, вот здесь у нас представлены S20 и вот последняя серия 30S+. К сожалению, к ней нету еще пока прошивочки, поэтому вентилятор от блока питания пришлось поставить ну, вот таким образом на воздух. Я ее выключил, чтобы она просто не действовала на нервы. Ну и подводя итоги уходящего года, надо сказать, что майнинг как бизнес повзрослел, структуризировался, стал более понятен для инвесторов. И на фоне всего этого надо сказать, что на первый план выходит долговечность оборудования. Потому что вот такой вот чехарды со сменой асиков уже не будет. S19 это надолго, и если что-то и будет происходить, то изменения незначительные. А для того, чтобы оборудование работало долго, иммерсионная система охлаждения крайне необходима. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Успехов вам в следующем году.